вами Евгений Цибулин и мои друзья. Мы из далекой Сибири принесли вам холод, так что извините. Но сейчас мы растопим ваши сердца, потому что следующая композиция называется «If you leave me». Спасибо, друзья. Качалку купи! Очень здорово наблюдать за тем, что люди начинают двигаться. Следующая композиция для тех, кто хочет двигаться и танцевать. Потому что называется композиция Madness Dance. We'll be right back.
Спасибо, Москва. Очень круто. Теперь нам нужно маленько расслабиться, но не грустить. Следующая про любовь. Которая не является, не сначала не задумался к песне или вообще не композиция, а задумался к этюд на развитие техники. Композиция называется Opus Full Rage. Для тех, кому надо пободрее. Поехали!
девчонок, мы закончим. Сыграем последнюю композицию. Хочется сказать несколько слов. Во-первых, слово благодарности организаторам замечательного события Guitar Player Party. Это Ирине Сигаловой и Миша Ряжики. Давайте поаплодируем. Потом, конечно же, без вас ничего бы не получилось. Я на самом деле вообще на седьмом небе отчасти, что вообще когда-либо стою на этой сцене и играю гитарную музыку. Так что давайте аплодируем вам. Прям аплодируйте себе. Вот, спасибо всем, что пришли сегодня. Супер. И еще, вот там стоит мерч, я думаю, он еще стоит. Там, конечно же, есть и мой мерч, но суть не в этом. Я вообще за то, чтобы люди поддерживали гитаризм в России. И, например, если вы купите хотя бы что-то, вот у музыкантов вообще что угодно, кто понравился вам, то тем самым вы поддержите именно гитарную музыку, потому что здесь стоят любители именно гитарной музыки. Просто так бы, конечно же, вы не пришли. Так что не стесняйтесь, покупайте, пусть самое дешевое, но зато это все будет, от этого будет хорошо всем нам. И последняя композиция, которую мы сыграем, она, естественно, тоже авторская. И как раз-таки очень в тему, потому что сейчас осень, мы ехали из лета в осень. Так получилось, что мы приехали в Сибирь в осень, в Москву. И композиция называется «Autumn Melody». Поехали! We'll be right back.
Спасибо всем. Спасибо, Москва. Всем спасибо. Вы ему сейчас. По-моему, охрененно. Очень круто. Согласитесь. У меня нет других вообще слов. На самом деле, мы тут сейчас стояли за кулисами.